Нужно обойти ее с фланга! Ого! Это еще что такое? Митчелл, заходи с фланга! Как я тебе с фланга зайду? Зайди, ублюдку, за спину! Куда, что ли? Не пойму, куда? А, все, понял. Нормально, дробовик это, короче, какой-то. Офигеть. Так. Вот это берем. АК. АКшку берем. Ё-моё. Эй! Вообще офигевший. Отличная работа, Митчелл. 2-1. Грузовик съехал к западу на Liberty Highway 500 S. Уже близко! Сюда! Надо перебраться через эту стену. Бамс. Так. Давай через дорогу. А типа чё, меня не собьют? А почему я не могу, значит, вот я два раза пробил... Погоди. Почему я не мог два раза пробел нажать и чтобы взлететь там, помните, нам говорили, можно? Осторожней. Офигеть. О! Чувачки. Башкам стреляем ему. Так. Так, откуда машина? Оттуда еду, да? Беги через улицу! Блин, это что это за машины вообще? Какие-то странные. Да ё-моё, подожди. Ё-моё. А почему мне нереально нельзя двойной этот прыжок сделать? Чуть не раскатали в лепёшку. Собачки. Извините, но не надо на меня нападать. Вас понял, пророк. Митчелл, за мной. Мне кажется, Митчелл, это... у тебя задание. Грузовик в зоне видимости. Вижу. На черт, не могу прицелиться. Да пошло на все. Начинаем. Ну правильно, а как еще? Что-то размыто, надо на настройках полазить. Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! О, чё... А, чё-то как-то быстро. Чё-то он врезался куда-то. Гидеон, мы вас не... А, я на инвадил сбил. Преследую цель, идёт на юг по шоссе. Найди транспорт и за мной. Вас понял. Точно, водилу сбиваем и все. Где водила? Вон там где-то. Супер. Держись ближе. Ёкарный карась. Да ладно, одной рукой перезаряжается. Блин, ни хрена его не видно. А, до свидания. Все. Вражеский вертолет, сбивай! Опять по дилу стрелять нужно, да, или что? Пошел! Там люди сидят. А, надо прыгать.
Тоже до свидания. Прыгай! Следуй... А, за тобой, блин, я смотрю куда-то туда. Прыгай! Ай, эф, эф! Две головы забрал. Я F, я думал, Е надо нажимать, а там F было, очень похоже. Ё-моё. Буль-буль-буль. Давай. Мистер Президент. Ну, уж не президент, но... Чё так медленно-то? Да, сил, наверное, нет. Эй, не спим. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он жив. Да прекрати ты, он дышит. С трудом. Какого черта ему от него нужно? Не знаю, мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят, Аджани? Вы сделали все, что обещали. Сегодня я угощаю. Ты молодец, Митчелл. Конечно, молодец, кто же ищет. Эх. Еще 3 очка получили. Безусловно, улучшаем что-нибудь. Вот это. И тряска. Прицел при попадании сбивается меньше на 40%. Качаем. Все. Продолжаем дальше. Отлично. Эх. Классная была эта перестрелка на грузовиках. Я вам скажу, жизнь мне очень была не такой, как понравилось. Пехоте, очень очень понравилось. Под угрозой были жизни людей. И Атлас немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. Подлагивает. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айрон все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Я же говорю. Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Ха, есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Коньячку. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для Атласа. Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВ остановилась круче. А ее планы грандиознее. Хм. Какой-то был мощный взрыв. Так, загрузка. Реакция.
Ага, усиленный прыжок, что ли, было написано? Не, мне показалось. Нет, не показалось. Я смотрю, у тебя камера как раз таки древних времен. Не наши технологии, раз так. Плохо тебя видно, или что у тебя там, я не знаю. Так, давайте посмотрим, где мы вообще находимся. Я немного не понимаю. Это летим, походу. А почему тебя слышно, как будто... А вот ты по рации говоришь. Ух ты, ё-моё, чё... А чё, вода? Нефть, что ли, пролили? Я не помню, чё с водой. Ты, ух ты, офигеть. Прыгаем. Где на крыше-то, ёб твою? Что такое? Вон там, походу. Гранатометчик. Ну там, блин, гранатометчик где-то. Альфа, мы на земле, приближаемся справа. Радвас видит, браво! Сосредоточиться. Браво! Похоже, о, Альфа, прыгать. Офигеть! Круто! Огонь по готовности! Ёб твою, залезь ты уже. Ладно, пофиг. Огонь по готовности. Давай, огонь по готовности. А куда прыгать-то? Прыгать-то куда, я не пойму. Ладно, давайте вот так вот. Проще надо быть с ними. Митчелл, укройся за турелью, открывай ответный огонь. А, хорошо. Оператор Золу выведен из строя. Золу выведен из строя. Найдите укрытие за дронами! Так, чтобы... отменить связь с дроном. А, ПКМ. А, ну все ясно. Ну легко, да, по принципу-то. Правда, трясет, блин, что-то как-то. Так, продвигаемся. Так, а чё такое? Кто палит, блин, не пойму. Так, вон там кто-то был наверху, да? Тихоньку идем, чё. Гидеон, танк еще на ходу. Значит, кто-нибудь шевельёт задницу, этим займется. И
Это что еще было? Танк, что ли, пальнул? Куда они все делись-то? Ладно. Так, давай ищем боеприпасики. Так, ладно. А, ну все ясно, нам сюда. Так, давай. Залезаем. Ой. Чтобы отметить цели. Кого отме... А, Г. Стоп, Г. А, ну круто. Только цели я ни хрена не вижу здесь. Так, как отметить? Включай. Ух ты, ух ты, ух ты. Разбомбили, разбомбили, нормально. А где-то тут справа что-то. Не, наверное, показалось. А, вот. Улетел. Они все вылезают, хрен знает.